Друзья, всем привет из Мерсина. Вас приветствует агентство недвижимости «Дом в Мерсине». Меня зовут Екатерина. Сегодня мы в районе Варпач-Бахшиш и в очередной раз для вас снимем наш любимый проект «Мавида Алата». Еще раз посмотрим, какая стадия сейчас стройки, что изменилось. Для чего мы вновь снимаем вам этот объект? Мы хотим напомнить о том, что у нас стройка продолжается. А что это значит, что цены повышаются с каждым этапом стройки, и буквально через неделю у нас идет повышение вновь цен, поэтому у вас есть прекрасная возможность в ближайшее время приобрести замечательные квартиры в этом комплексе по доступным ценам. Давайте немножко напомню об этом проекте для тех, кто, возможно, не видел ранее обзоры этого комплекса. Комплекс у нас находится в районе Арпач-Бахшиш, состоит он из 15 этажей, на каждом этаже по 6 квартир, 4 из которых планировкой 1+1, 2 квартиры 1+1 общей площадью 95 квадратных метров, 2 квартиры 1+1 86 квадратных метров и 2 квартиры 2+1 общей площадью 130 квадратных метров. Также на каждом этаже выделены по 2 комнаты, где будут выведены блоки от кондиционеров. Это будет большим плюсом, так как вас не будут смущать шумы от работающих моторов, и также эти моторы не будут у вас громоздиться на балконах. Территория комплекса будет огорожена, озеленена. На территории комплекса будет большой бассейн как для взрослых, так и для детей, аквапарк, парковочные зоны. Будет генератор, который предусмотрен не только на общую территорию, но и на квартиры. Также на территории комплекса будет детская площадка. На первом этаже комплекса будет фитнес-зал, детская комната, красиво оборудованное лобби. И, конечно же, расскажу вам про местоположение, насколько оно выигрышно. Здесь буквально по прямой дороге 300 метров до песчаных пляжей. По соседству у нас наш любимый ботанический сад. То есть у вас в каждой квартире буквально с первого этажа открываются прекрасные виды на зеленый сад и на море. Так что давайте сейчас посмотрим квартиры и посмотрим также виды. Сейчас мы во входной группе нашего комплекса. Обратите внимание, какие здесь высокие потолки. Очень обширное пространство для лобби. В этой части будет расположена мягкая зона для ожидания гостей. И пройдем дальше. С этой стороны у нас фитнес-зал, достаточно просторный. Будет светлый за счет того, что здесь очень много окон. Достаточно стильно будет смотреться наш фитнес-зал. И в этой части, которая будет огорожена также витражными стеклянными окнами, будет детская комната. То есть, когда вы будете заниматься спортом, вы можете следить за своими детьми. И пройдем далее. С этой стороны у нас лестничная площадка, которую начали уже облицовывать. Очень стильная темная плитка. Далее проходим. Здесь у нас места для лифтов. Здесь два огромных лифта, которые вмещают в себя 15 человек каждый. С этой стороны у нас будут технические помещения, а выходя из лифта, здесь мы проходим и попадаем в зону бассейна. С левой стороны у нас душевые кабины и санузлы. И посмотрите, уже оборудовали бассейн, насколько он большой для одного комплекса. И вот мы на этаже. Сразу хочу обратить внимание, насколько здесь просторная площадка. И как раз здесь у нас одна из комнат, куда будут выводиться блоки от моторов кондиционеров. И вот мы зашли в квартиру 2+1, напоминаю, общей площадью 130 квадратных метров. Вся квартира выполнена в стильном сером цвете. Сейчас мы находимся в коридоре. Обратите внимание, насколько габаритные здесь шкафчики. То есть застройщик использовал абсолютно все пространство, вплоть до потолка. Много места для хранения, как обуви, так и любых других вещей. Здесь у нас также большое зеркало, опять вплоть до потолка. И давайте сейчас пройдем в кухню-гостиную, посмотрим, как она у нас сейчас выглядит. И посмотрим кухонный гарнитур, выполнен он также в сером стиле. У нас очень большая барная стойка. Множество шкафчиков для хранения. От застройщика будет тройка, газовая плита, духовой шкаф и вытяжка. Здесь вы можете установить микроволновую печь.
выделено место под большой холодильник и под посудомоечную машинку. И также не могу не отметить, что здесь целых три окна, одно из которых над раковиной. Когда будете мыть посуду, вы можете любоваться прекрасными видами как на территорию комплекса, так и на ботанический сад. И скажу вам, что мы сейчас на первом этаже, и уже видно прекрасно зеленую территорию. Кухонная зона полностью облицована мрамором, как барная стойка, так и столешница, даже фартук, все выложено белым мрамором. Еще раз хочу отметить, насколько много здесь зон хранения, большие глубокие шкафчики с доводчиками. Сейчас перейдем в зону гостиной. Зону гостиной от кухни от нас отделяет барная стойка. И также здесь у нас разделяет напольное покрытие. В кухонной зоне это белая плитка, в зоне гостиной это красивая коричневая плитка. Также мы хотим напомнить о том, что вы можете это изменить. Застройщик предлагает выложить кухню-гостиную как плиткой, так и ламинатом. Поэтому, если у вас будет желание это переделать, при покупке квартиры обязательно нужно будет этот момент с вами уточнить. Но хочу отметить, что эта переделка возможна сейчас только на высоких этажах, где еще не начались отделочные работы. Поэтому эти моменты нужно уточнять у нас в WhatsApp. Также в зоне гостиной у нас имеется балкон, который также вы можете изменить, подвинув его, например, в зону гостиной, тем самым его увеличить, что тоже можно сделать только на высоких этажах, опять-таки узнать у нас это по WhatsApp. Балкон от зоны гостиной отделяется у нас большими витражными окнами с темной фурнитурой, что очень сильно смотрится. Площадь балкона у нас 8 квадратных метров. Также при желании вы можете его застеклить, у вас будет прекрасная обеденная зона, например, именно в зоне балкона. Здесь у нас будет стеклянное ограждение, что будет еще больше визуально увеличивать пространство балкона. И опять посмотрим виды. Первый этаж, прекрасные виды на зеленое наслаждение, ботанический сад и, конечно же, на красивую территорию комплекса. С этого ракурса вы снова можете оценить все-таки масштабы этого бассейна. Все-таки на комплекс, состоящий из одного блока, это достойный большой бассейн. Сейчас из кухни-гостиной мы плавно перейдем в одну из комнат. Также хочу напомнить, что, естественно, в каждых квартирах уже готовы подводки как под телевизионную антенну, под интернет, выводы под газовое отопление, выведены розетки, то есть уже все готово. Здесь также будет установлена светодиодная лента от застройщика. И давайте посмотрим одну из комнат. И вот мы проходим в зону спален. Здесь у нас присутствует общий санузел. Напоминаем, что в квартире 2+1 два санузла. Один общий, второй находится в родительской спальне. Очень просторный, с большим зеркалом, шкаф, большая душевая кабина. Сейчас посмотрим детскую спальню, либо спальню для гостей. Выложена она ламинатом. Также серенькая светлая красочка, большое окно, двухуровневый потолок и все нужные необходимые выводы. И посмотрим спальню родителей. Комната очень просторная, в комнате имеется технический балкончик. На балконе есть вывод под бойлер, выведена розетка. В комнате два окна, также готовы все подводки необходимые. И изюминка этой квартиры в том, что здесь большой гардероб, который мы сейчас с вами посмотрим. В гардеробе очень много зон для хранения вещей. Я думаю, эта зона нравится как девочкам, так и мужской половине. Здесь также окно. В родительской спальне также имеется санузел с душевой кабиной. Большие шкафчики, место под стиральную машинку, большое зеркало. Душевая кабина достаточно просторная. Здесь имеется большое вентиляционное окно для того, чтобы проветривать ванную комнату. И вывод под проточный водонагреватель. И сейчас быстренько пройдемся и посмотрим квартиры 1+1. Общая площадь 95 квадратных метров и 86 квадратных метров. Эти квартиры также выполнены в едином стиле, готовы все необходимые подводки. Также в этих квартирах будут готовы от застройщика тройка, это вытяжка, газовая плита и духовка, и светодиодная лента.
И сейчас мы поднялись на 6-й этаж комплекса, чтобы показать, какие открываются здесь виды. Напоминаем, что в комплексе 15 этажей. Чем выше этаж, тем, естественно, виды гораздо лучше. У нас есть варианты квартир на высоких этажах, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам на WhatsApp. Мы пришлем вам все варианты, которые у нас сейчас остались в наличии. Виды у нас, конечно же, суперские. Открываются на наш большой ботанический зеленый сад. Конечно же, открывается вид на море, на соседний комплекс от нашего застройщика и на другие новостройки. В данном комплексе от застройщика есть рассрочка, первоначальный взнос 60% и рассрочка до 12 месяцев. Поэтому всем тем, кого заинтересовало данное предложение, все, кто давно уже смотрит видео про этот проект и все никак не может решиться, решайтесь. У нас осталась последняя неделя. По сниженным ценам продажи и пока существует у нас рассрочка, пишите, звоните по номеру телефона, который всегда указан, как в видео, как в описании под видео. Также вся подробная характеристика этого комплекса указана также в описании под видео. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на наш канал «Дом в Мерсине», отслеживайте нас в Instagram, не забывайте ставить лайки, и нам и вам легкой работы. Кола Гельсин, всем пока!